Вот за ночь снегу навалило сколько. На Украине, конечно, побольше. Ну, тут для них это... неожиданно. Залив замерз. Классно, вообще ветра нет, тепло. Ой. Вот тут ремонты идут. Утки вон сидят, снегом притрусило. Греются под снегом. Передаю большой привет Галине Леонтьевной, которая родилась в этом городе. Может быть, у вас будут какие-то там просьбы что-то вам снять в этом городе. Пишите в комментариях. Пока я здесь, сниму вам кусочек вашей родины. Так, пойти в магазинчик сходить.